HP Pavilion. Не работают левые USB слоты после переустановки операционной системы. Во-первых, куда нужно посмотреть. Открываем диспетчер устройств и видим, что контроллер универсальной последовательной шины был отключен. Или точнее, был выделен желтым цветом. Вот. В этом случае просто необходимо установить чипсет драйвер на ноутбук. Где и как его установить, вы можете найти в интернете. На сайте производителя или же в другом любом месте. Если же здесь нет этой записи, значит необходимо открыть BIOS и посмотреть, включены ли там конфигурации USB слотов. Сейчас мы установим драйвер чипсета и проверим, получилось ли у нас исправить эту проблему. Ну вот, устанавливаю драйвер чипсета, точнее уже установлено. Появилось то, что установлено AMD USB 3.0. Берем какое-либо устройство и проверяем. Конечно, желательно после перезагрузки ПК. Ну вот и все. Устройство определилось. В данном случае было достаточно установить чипсет драйвер. Вот такая вот история. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.